Вы не можете устоять на месте, когда играет музыка? Вы хотите танцевать лучше, чем Джигурда? Как я вас понимаю? Каждое танцевальное движение имеет свое название и историю. И в этой многоэтажной библиотеке танца я буду вашим проводником. Начну я с движения, которое называется «Доги». Появилось это движение благодаря легендарному рэперу Доги Фрэшу. Вы видели, как этот танец выглядит, а теперь я разберу его для того, чтобы вы могли его делать. Расслабьте тело и отклонитесь в одну сторону и в другую. Почувствуйте, что вы можете это спокойно делать. Теперь соедините это с маленьким шагом. Как будто чуть-чуть прогибая сторону вашей ноги. Теперь представьте, что вы рулите, и добавьте движение рукой, когда вы делаете шаг. И по два раза. Это один из самых простых вариантов. Теперь мы это можем соединить и получим вот такую штуку. Сегодня мой гость Дзен, талантливый танцор, молодой режиссер, и это Пепси Мэн, Мартини Мэн. Дзен, посоветуй что-то людям, которые смотрят нашу передачу, может быть, в плане танца или в плане развития своего креатива. Нет определенного возраста, когда нельзя начинать танцевать. То есть танцевать можно кому уже за 18, как говорится. Ну, точно. Вот. Поэтому кто-то занимается для того, чтобы сделать себе карьеру, карьерный рост, так что занимается для себя. Ты считаешь, танцы – это отличный старт для того, чтобы свою творческую карьеру дальше развивать? Возможно, ну, для молодых, как бы, да, карьеру, а для вот, людей, кто просто хочет свободно себя чувствовать, танцевать, и, да. Да. Вот ты сказал, что танцы тебе помогли в жизни. А как именно тебе танцы помогли? Танцы свели со сценой. Мне очень понравилось быть актером на сцене, танцором на сцене. Дзен, как насчет того, чтобы сделать доги? Я готов. Чуть-чуть поворачивай голову туда, как будто типа назад осматриваешься. Нормально. Спасибо, Вова. Тебе спасибо.